собственно, первый вопрос, он же и главный. Как так получилось, что московское трио, даже второй альбом, выпускает на норвежском лейбле? Откуда он вообще взялся, этот норвежский лейбл, и с чего началась эта история? Да, ну надо сказать, в первую очередь, то, что этот альбом, как и предыдущий, выходит сразу на двух лейблах. На лейбле Игоря Будмана, это все, что касается дистрибьюции в России. А норвежский лейбл занимается всем остальным миром. А получилось это благодаря тому, что у нас есть замечательная Дина Нургалиева, которая давно с нами сотрудничает, нам помогает. Наш менеджер, директор, не знаю, как еще назвать. В общем, наша фея. И она уже несколько лет подряд ездит на международную выставку Jazz Ahead. Там она, собственно, и познакомилась с основателем лейбла Luzon Records. Так, по-моему, правильно это произносится, Luzon. И, собственно, познакомился с ним. К тому моменту мы уже записали музыку к предыдущему альбому. Она подарила флешку, у нас были такие флешки с музыкой. И он послушал, заинтересовался и, собственно, выпустил наш альбом. Когда мы уже записали новую музыку с альбома, который вот сейчас только что вышел, мы первым делом, естественно, познакомились с этой музыкой Отда из норвежского лейбла, и он в очередной раз заинтересовался и с удовольствием, я надеюсь, выписал. И, собственно, у нас будет вторая еще презентация в Норвегии, в Осло, в начале, по-моему, 12 октября. Мы поедем туда, и будет презентация именно этого нового альбома в Норвегии. Это будет первый раз, когда вы будете выступать в Норвегии? Да, как трио, да, это будет первый раз. Антон, насколько я знаю, уже выступал там не раз. Игнат, по-моему, не был, и я не был, а все вместе мы давно хотели туда попасть. И с удовольствием ждем с нетерпением этой встречи. Альбом, который представляете вы на московской сцене в клубе Алексея Козлова, и затем в Осло на так называемой национальной джазовой сцене, так называется этот клуб, он, как мне показалось, когда я его слушал, представляет собой такой путевой дневник впечатления от поездки в Японию. Что это была за поездка и почему она такие огромные, сильные, мощные впечатления произвела на участников коллектива? Поездка была, да, действительно, одна из самых запоминающихся. Ну, потому что, во-первых, мы все давно являемся поклонниками японской культуры в разных ее аспектах. И что касается... Я с детства любил самураев, читал про самураев. И вообще японская культура, она всегда была овеяна такой какой-то загадкой, тайной для нас. И действительно, мы туда приехали, это оказался совсем другой мир, совсем другие люди, но в то же время очень похожие на нас во многом. Хотя культура, конечно, очень сильно отличается. И мы были поражены тому, как японцы действительно относится трепетно к искусству в целом. То есть мы там сразу же приехали, заселились в гостиницу, и там вся гостиница была увешана афишами, разными концертами, и рок, и джаз, и блюз, и выставки самые современные. И действительно, да, мы там провели почти 2 недели, и настолько просто впечатлились самой Японией и культуры, что многое из того, что вошло в альбом, было именно вдохновлено. В том числе один из заглавных треков – это «Lost in Tokyo». Собственно, такая композиция, будем говорить, основанная на реальных событиях, про то, как мы действительно гуляли по Токио и заблудились в Токио. И вот, собственно, эта композиция и является одной из знаковых в альбоме. Наверное, так, в общих чертах. Сегодня в клубе Козлова представляет ГНК Трио свой новый альбом, который записан под впечатлением от путешествия в Японию. При этом вам еще предстоит выступить в Норвегии с материалом того. Тебе приходилось раньше выступать в Норвегии? Нет, к сожалению, потому что я очень люблю эту страну и люблю этот край. Так как мне нравится
северная музыка. Я очень люблю музыку северных народов. И, честно говоря, мечтаю туда съездить, в Норвегию. У вас сразу такое впечатляющее место, на котором вы заявлены в программе национальной джаз-сцены в Осло, национальный джазовый центр. С Японией ведь это довольно, во-первых, далекое место, во-вторых, достаточно яркий контраст. Какое впечатление Япония произвела на тебя именно как вот на человека, который интересуется всеми разными проявлениями человеческой культуры? Какое впечатление Япония оставила именно как место, как культура? Ну, это целый комплекс впечатлений, комплекс моментов, которые меня впечатлили. В Японии мне посчастливилось побывать неоднократно. Вот, я был еще за год до того, как мы поехали с ребятами с трио. И в полной мере ощутил полный спектр всех приятных моментов, включая еду, как они готовят, как насколько свежая, вкусная еда. Гостеприимство людей, чистые улицы, то, как люди ходят на концерты, то, как они слушают, то, как вообще, в принципе, устроен социум в Японии. Меня это просто поражает всегда. И что я в первый раз был, что во второй раз был, меня это просто... Я падал на лопатки просто назад вот так все время. Каждый раз, когда встречал подобного рода проявления, потому что это, ну, честно, такой, это другой мир, это другая вселенная, я бы так сказал. Та музыка, которую ты привнес в этот альбом, которую ты написал, и та обложка, которую ты нарисовал на этот альбом, они как-то связаны с твоими японскими впечатлениями конкретно? Они связаны с... Вообще, когда я писал картину, я думал о песнях, которые присутствуют на этом альбоме, и о тех общих впечатлениях, которые были не только с Японии, а и, ну, вообще жизни в этот период, в эти там два года. Вот. Но Япония, пожалуй, вот это путешествие, наши гастроли по Японии на меня произвели наибольшее впечатление. Как я ранее уже сказал, по ряду причин. Вот. И несколько произведений, в частности, Женина произведение под названием «Lost in Tokyo» и японская такая уже, наверное, в веках композиция «Акатомбо». Это традиционная колыбельная, народная, так скажем, композиция, которую пели, и это в этой композиции в тексте присутствует стрекоза, красная стрекоза. Этот образ меня впечатлил, и я решил его запечатлеть на картине, в частности на обложке, картина, на которой присутствует. Вот. И эта стрекоза, она большая, она как вот то самое впечатление, которое мы имеем до сих пор в наших умах. И мы вот в этом подвешенном состоянии, в таком, как бы раскачиваемся на этих качелях гигантского вот этого дерева, вот этой стрекозы красной, что явилось как бы прообразом этого нового альбома, нового релиза. И ну так, очертания вдалеке вот этой Фудзиямы, вот этой вот этого действующего вулкана, которому они, это как священное такое место. Японцы к нему относятся очень с такой осторожностью. Ну, понятно, потому что это вулкан, и они чтут его священным. Вот. А когда они смотрят, Фудзияма. То есть сразу такое происходит. Паломничество какое-то. То есть. И это, конечно, тоже впечатляет. Говорят, что Фудзияма белым людям не очень показывается. Удалось ее увидеть? Я ее видел в первый раз, когда я был там. Это было случайно, мельком мы ехали на Шинкансен, этих скоростных поездах, переезжали из города в город, по-моему, из Токио мы ехали в Осаку. И в каком-то моменте мои друзья, с кем я ездил, они мне говорят, вот посмотри туда. А там как раз так небо раскрылось,
Ну, то есть вот это вот, как эта облачность была. И все это так вот так расползлось, и я увидел буквально очертания вот этой, вот этого вулкана большого. Я понимаю, что человек, который хочет познакомиться с вашими впечатлениями о Японии, должен послушать альбом. Но в нескольких словах, какое произвело впечатление это столкновение с Японией как с такой отдельной цивилизацией? Отдельное впечатление, поскольку я был очень во многих странах, ну, естественно, в Европе, практически во всех странах и так далее, а в Азии я был только в Индонезии, поэтому мне сложно сравнить, допустим, Японию с Китаем или там Сингапуром, Гонконгом. Но то, что я увидел там, и вообще мы с ребятами увидели, конечно, оно произвело очень сильное впечатление. Ну, во-первых, прежде всего, это культура. Вот, ты находишься в полнейшей безопасности, то есть ты себя чувствуешь в этой стране очень безопасно. И плюс к тому, настолько сильное уважение к тебе вообще, как к человеку, оно, конечно, просто поражает. Вот, это самое главное, ну, плюс ко всему, естественно, внимательность слушателей на концерте, это тоже отдельная история, потому что люди настолько как бы открыты в тот момент, когда они слушают тебя, и прям смотришь, как они прям вслушиваются, и очень много людей сидит с закрытыми глазами. Если мы иногда, ну, мы, нет, мы, скажем так, Я на своих концертах в России никогда не видел спящих людей, но видел спящих людей на концертах, когда я присутствовал не на сцене, а в зале. Вот. А там люди сидят с закрытыми глазами, и сначала кажется, что, может быть, они спят, а оказывается, нет. Они просто настолько внимательно слушают, что просто, чтобы не отвлекала их картинка, визуальный ряд, так скажем. Они просто закрывают глаза и вот таким образом вслушиваются в музыку. Вот это сочетание влияний, видимо, возможно только в таком глобализованном мире, когда русский коллектив, живущий в Москве, под впечатлением от Японии, записывает пластинку, опять же, в Москве, и выпускает ее, в том числе, в Норвегии, и дальше едет ее представлять в Норвегию. Ты ощущаешь себя при этом, скажем, послом именно русской культуры, или это какое-то глобальное такое явление? В общем-то, конечно, я, по большому счету, ощущаю себя послом русской культуры. Вот. Но хочется черпать не только как бы из нашей русской культуры музыкальную составляющую для нашей музыки, но и из других стран. То есть, по крайней мере, так вот на данный момент захотелось сделать. Вот. Но это не мешает мне все-таки ощущать себя послом именно русской культуры, если я ответил на этот вопрос. В Японии, в общении с музыкантами или со слушателями, или с журналистами, вопрос именно вот этого культурного представительства русской культуры возникал, как-то обсуждался с местными слушателями. Я к чему спрашиваю? Они воспринимают вас как джазовый коллектив всемирный или именно как конкретно русский коллектив из России? Сложно сказать, потому что мы не настолько много общались именно с людьми, которые приходили на концерт. В основном происходило таким образом, что после концерта они выстраивались в очередь, чтобы взять автограф и купить диски. И, кстати говоря, купили все диски. Вот. И с английским у них тоже не очень хорошо. То есть общение такого прям вот не сложилось, к сожалению. А интуитивно, если так вот, я думаю, что они нас все-таки воспринимали как русский коллектив, а не как просто джазовый коллектив, приехавший откуда-то. Да, конечно. Потому что тот человек, который делал нам эти гастроли, он прежде всего позиционировал нас как русский коллектив. А там есть вообще какое-то представление о русской культуре в целом, так чтобы это воспринималось как культурный бренд такой? Абсолютно бесспорно есть. Японцы очень интересующаяся нация. Они очень много изучают, очень много читают, очень много слушают. Они прям меломаны конкретные, но если даже учесть тот факт, что они стараются покупать именно физические диски, а не скачивать это все в электронном виде, то, конечно, они в курсе. Они в курсе всего.